уважаемый Николай Владимирович, мы с вами регулярно встречаемся. Очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двухстороннем плане, ну и по региональным проблемам, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве. Очень рад вас видеть. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, хотел бы поздравить с наступающим праздником Днем Победы и пожелать наилучшего Российской Федерации. Да, действительно, мы регулярно встречаемся и обсуждаем широкий круг вопросов. Сегодня тоже мы обсудим и вопросы двусторонней повестки, и региональные вопросы. Я думаю, что сегодня мы обсудим еще и ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев на Горном Карабахе. Но, к сожалению, там остается напряженным гуманитарная ситуация. В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре остается довольно-таки напряженным. Между прочим, должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводится с помощью российских миротворцев, и это ограниченное количество продовольствия. В общем, гуманитарный кризис на Горном Карабахе продолжается, и это очень, тоже очень важный вопрос, и я уверен, сегодня мы обсудим. Конечно.